19 декабря 2015 года в Центральном доме литераторов состоится знаменательное событие. В этот день там будет проходить презентация книги стихов Алексея Романова. Это очень хорошо. А хорошо, потому что Леша, по-моему, остался один, неохваченный народной любовью, из, я бы сказал, без всякого стеснения, из великих поэтов, роковых поэтов Москвы 70-х годов. Но это, видно, причина в том, что он по натуре человек очень скромный и никогда не занимался самопиаром. Песни знают, а кто такой Романов, не знают. Почему? Это так удивительно для меня, ведь его роковые песни самые лучшие 70-х годов. Кто не знает, кто виноват? Да все знают. Кто не знает, например, «Снилось мне»? Все знают. А кто написал? Не знаем. Ну вот теперь будете знать. И 19 декабря обязательно приходите в ЦДЛ. Там будет презентация первой книги стихов Алексея Романова. Всех ждут.